В Москве вынесен приговор по делу русского националиста Владислава Валуева, который напал с ножом на гражданина Таджикистана, передает информационное агентство Фергана. Российского неонациста Владислава Валуева признали виновным и приговорили к обязательным работам на срок 300 часов, обязав выплатить компенсацию морального вреда в размере 10 тысяч рублей и возмещение материального ущерба в 2100 рублей. По данным издания, Валуев на почве национальной ненависти совершил 5 февраля текущего года зверское нападение на водителя такси, трудового мигранта из Таджикистана Абдул-Хакима Акинжаева. Когда Кинжаев довез Валуева до места назначения, тот неожиданно вытащил нож и с оскорбительным криком «Е-е, узбеки, вас всех надо резать, как свиней, твари, понаехали в Москву!» Начал наносить удары ножом в голову и тело водителя. Всего он нанес шесть ударов – в щеку, лоб, под глаз, два в руку и один чуть ниже шеи в спину сообщает издание в результате нападения гражданин таджикистана был тяжело ранен преступник рассек обдул хакиму всю щеку от губы до виска и сейчас у него почти не открывается рот из-за чего он произносит слова почти не разжимая губ также нарушена жевательная функция челюсти. Адвокат потерпевшего Магомед Шамиль Шабанов сообщил, что уголовное дело было возбуждено 10 марта 2017 года по статье 115 УК РФ причинение легкого вреда здоровью. В соответствии с заключениями судебно-медицинской экспертизы вред, причиненный здоровью потерпевшего, был указан как легкий вред здоровью.